Я шла на работу около новой школы. Где-то время было минут так 40 с чем-то третьего. Шла чисто на своей волне, слушала я собак, поворачиваю голову, а там их так было 7 штук. Две собаки сразу накинулись на меня. Одна начала правую ногу кусать, другая левую. Вот. Я, конечно же, упала, пыталась вставать, я встала. Вокруг вообще не было людей. Я думала, это мой последний день. Вот. Слава богу, что мужчина на фуре повернул в мою сторону, он их разогнал. Задним ходом он провел меня до ТЦ Неба. Я там дошла до работы. Коллега вызвала мне скорую, мне поставили обезбол, обработали. Я вообще не чувствовала ног, у меня ноги как будто онемели. Было очень больно. Там увезли меня в травмпункт.